Привет, мои дорогие зрители! С вами Элла Австралия. Не узнаете? Ребята, пока был локдаун, я чокнулась. Какая досада! Кажется, я сошла с ума. Вы знаете, что я натворила? Я открыла ТикТок. ТикТок? ТикТок канал. Вот. И выставила там уже несколько видео. Я пока там экспериментирую. Называется методом тыка. Куда палец пошлет, то там и записываю. Потому что я понятия не имею, как это работает. Вот тыкаю, тыкаю и... В общем, говорят, каждый сходит с ума по-своему. Так и я. Чокнулась на старости лет. Ну, думаю, ладно. А там видео можно записывать 15 секунд. Это, ну, как раз для меня. Потому что 15 секунд я могу поскакать, а дальше у меня части тела отпадают. Реально, ребята, у меня начинает страшная аритмия. Так что 15 минут. Минут, секунд, пока я могу скакать, буду скакать. Ага. Шила в одном месте. Кстати, только поэтому я купила для ТикТока, чтобы делать видео. Вот купила, а сама реально, я не знаю, что я купила. Это что-то такое... Типа Версачи. Видите, вот это вот знаки, вот это вот. Здесь это Микки Маус. Сейчас я вам снимусь во весь рост. Видите, это что? Вот. Тут, значит, шортики. Шортики! Ну, пусть это будет, наверное, как домашний халат. Или это какой-то пляжный костюм. Я не знаю. Ну, в общем, будем дурачиться. Я вам скажу, как называется канал. В принципе, канал так и называется «Элла Австралия». И, ребята, думала... Я так думаю, скорее всего, оно само придет, что я буду снимать. Ну, вообще-то, что я могу снимать? Так как я дама преклонного возраста, у которой шила в одном месте, ну вот я не знаю. Не ожидали такого амплуа от меня, нет? Я сама от себя не ожидала. Как там говорят? Седина... Ой, седина в ребро. О-о. Без... Нет, подождите. Седина в голову, без в ребро. Господи, все поперепутала. Давайте, правда, подумаем вместе. Дайте мне какую-нибудь идею, потому что идеи у меня нет. Я там серьезно понатыкала несколько видео. Что получилось, как получилось, я сама себе не могу судить. Это судить только зрителям. Я бы, конечно, по-моему, там, знаете, когда ты наберешь 1000 подписчиков, тогда ты сможешь выкладывать видео до 3 минут. Так что или мне показывать мои находки по 15 секунд, а что это тогда будет? Ну-ка, где тут? Нет у меня находок. Кстати, я или сегодня, или завтра я выставлю видео на большой канал. Мне пришла посылка из Китая. За добрым утром, тетя Хая. Ой-ой-ой, тебе посылка из Китая. И вот, кстати, вот это я у них там заказала, на том сайте.
Но я еще видео не монтировала, я так думаю, я выставлю его, наверное, завтра. Так что вот, вот это я купила. И еще похожий костюм. Это получается а-ля Версачи, а другой у меня еще Шанель. И купила я это все. Так, два костюма за $30. Один костюм стоит $20. Так что я, наверное, буду в нем как его. Но это будет место... Вот сегодня у нас было жарко, 30 градусов на улице. Завтра, сказали, будет 36. Так что завтра у нас будет реальное лето. Я это буду вместо халата, наверное, дома так носить. Ну, буду скакать, пока силы есть. Ребята, надо скакать, а что делать? Потому что не знаешь, когда развалишься. Сегодня ты 15 секунд скачешь, завтра, может быть, и того, и 5 не проскачешь. Так что давайте вместе с вами подумаем вообще, что там можно снять. Или, может быть, какие-то до 15 секунд вы мне будете присылать рассказики, а я их буду озвучивать. Ну, что-нибудь. Вместе мы сила, вместе мы что-нибудь придумаем. Потому что у меня, как говорится, уже ни ума, ни фантазии не осталось. Ой... У кого нет ТикТока, ребят, я не знаю как. Если я поставлю ссылку в первом комментарии под этим видео, ну, зайдите, посмотрите. Не кидайте в меня тапками, как обычно. Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец. Ребят, я сегодня нашла один такой интересный рассказ Чехова. Я не знаю, это Чехова или не Чехова, но я обхихикалась, серьезно говорю. Возможно, кто-то его не слышал. Возможно, это даже не рассказ Чехова. Это решать вам. Это буквально на одну минуточку. Послушайте его. Молодой человек, желающий сделать своей невесте подарок, после долгого раздумья решил купить ей пару лайковых перчаток. Он отправился в магазин со своей сестрой. В магазине дамских принадлежностей он купил лайковые перчатки, а сестра купила ритузы дамские. При доставке на дом пакеты с покупками были перепутаны, и пакет с ритузами был доставлен невесте со следующим письмом. «Моя дорогая, посылаю вам мой маленький подарок, чтобы доказать вам, что я не забыл дня рождения. Выбрал именно это, полагая, что вы нуждаетесь в них. Продавщица, у которой я купил, показала такие же, которые она носит сама уже 3 недели, и они еще не запачкались. Как бы я хотел их сам видеть на вас, но, конечно, многие будут дотрагиваться до них раньше, чем я увижу вас. Я просил продавщицу примерить их на себя. Они выглядят очень изящно. Не знаю вашего размера, но со временем я буду в состоянии судить лучше, чем кто-либо другой. После того, как вы их разносите, они будут легче сниматься, но когда будете их снимать, не забудьте каждый раз продувать их, так как от носки они могут быть влажными. Мойте их, не снимая с себя, а то они смогут сесть. Надеюсь, примите их с таким чувством, с каким я их дарю. Наденьте их в пятницу на танцы. Как я страстно желаю видеть их на вас. Число поцелуев, которые я запечатлел на них с задней стороны, неисчислимо. Продавщица напомнила мне, что последний крик моды – носить их полуспущенными, чтобы они болтались. Крепко целую.
крепко целую то, что в них находится. Антон Павлович Чехов из неопубликованных рассказов. Да ли он, да ли не он, не знаю. Так что, ребята, вот так вот подарочки поперепутали, дорогие мои зрители. Ну, а я хотела хоть как-то вас немножко развеселить, не знаю как, потому что ругаете меня, все про заразу, да про заразу. Так что давайте, я вам сейчас покажу, как называется мой канал. Придумывайте какие-нибудь маленькие идейки на 15 секунд. И, конечно, всем добро пожаловать. А с вами была я, Элла Австралия. И увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие. Пока. Вот как выглядит мой канал на ТикТоке. И называется Элла Австралия.